Около 10 тысяч человек заполонили сегодня центр Одессы. В день Петра и Павла верующие прошли крестным ходом с чудотворной Касперовской иконой Божьей Матери. Желающих прикоснуться к святыне не остановила ни 30-градусная жара, ни автомобильные пробки. Поклониться к этой иконе едут со всего мира. Хранится образ в Свято-Успенском соборе. Именно там митрополит Одесский и Измаильский благословил участников крестного хода. Игумени нашего города, покровительницы этого чудотворного образа, к которым ежедневно прибегают верующие, да и неверующие тоже. Я уже 4-й год приезжаю сюда и хожу. Ну, тяжело, не тяжело, Бог помогает.